Жизнь. Чтобы сохранить ее, все живые организмы вынуждены вести борьбу за существование. Побеждает тот, кто надежнее вооружен и кто лучше защищается. Защитные функции человеческого организма складывались в ходе длительной и сложной эволюции живой природы. Повернем колесо истории вспять. Обратимся к истокам жизни. Наукой установлено, что иммунитет имеет столь же древнее происхождение, как и сама жизнь. Родоначальником защитных реакций стал амебоцит кишечно-полосных. Именно так на основе пищеварительной функции и возник фагоцитоз, первая неспецифическая иммунная защита. С этого момента и началось у животных образование сложнейшего механизма иммунитета, который получил свое законченное развитие у высших позвоночных. Основной защитник внутренней среды организма – лимфатическая система. Ее строение у высших позвоночных принципиально одинаково. Рассмотрим функциональную анатомию лимфатической системы на примере человека. Общая масса органов, образующих лимфатическую систему, около 5 килограммов. Это составляет десятую часть всех клеток организма. Лимфоидная ткань располагается везде, где есть угроза попадания бактерий в организм. Глоточное кольцо. У входа в дыхательные пути оно первым встречает вредные микроорганизмы. И миндалины, словно сторожевая охрана, сразу же вступают с ними в борьбу. Бактерии, проникающие в легкие, задерживаются лимфоидными скоплениями стенок бронхов и легочной ткани. Посмотрите, как эти живые защитные клетки уничтожают бактерии. Но больше всего скопление лимфоидной ткани в пищеварительном тракте. И это естественно, ведь сюда вместе с пищей попадает огромное количество микроорганизмов. Лимфоидная ткань встречается здесь в виде солитарных фолликул и в виде пейеровых бляшек в слизистой оболочке кишечника. А червеобразный отросток слепой кишки аппендикс буквально набит лимфоидной тканью. Здесь постоянное место столкновения микроорганизмов с защитными клетками. И особо отметим тимус, центральный орган лимфатической системы. Тимус регулирует ее функции, определяет и... Что же такое сама лимфа, давшая название всей системе? Как она возникает? Как движется в организме? Лимфа – это прозрачная, слегка аполисцирующая жидкость без цвета и запаха. По своим физико-химическим свойствам она почти не отличается от плазмы крови, уступая последней только по содержанию белка. Самое общее понятие о процессах лимфообразования дал английский физиолог Старлинг. Согласно его теории, кровь проходит через артериальный участок капилляра, где преобладает гидростатическое давление. Поэтому кровь
фильтруется сквозь его стенку в окружающую ткань. В венозной части капилляра, где онкотическое давление выше гидростатического, происходит процесс реабсорбции, то есть засасывания лимфы обратно в кровеносное русло. Но возвращается в него, подчеркнем это, не вся жидкость. Часть ее остается в тканях. Она-то и уходит затем в корни лимфатической системы. В лимфатическом капилляре давление обычно ниже, чем в окружающей ткани. Однако в поперечном сечении он всегда зияет. Это происходит благодаря наличию специальных крепящих нитей, якорных филаментов, которые растягивают стенки капилляра. Поэтому его просвет никогда не спадает даже при отеке. Особое анатомическое строение стенки лимфатического капилляра облегчает всасывание в него жидкости. Такой капилляр представляет собой тонкую трубку, состоящую из одного слоя эндотелиальных клеток. Между отдельными клетками есть щели, открытые прямо в межуточную ткань. Именно поэтому в лимфатический капилляр вместе с жидкостью всасываются коллоиды, эмульсии и даже целые клетки. Это подтверждается опытным путем. Если под кожу животного ввести чужеродную взвесь, например, тушь, то уже вскоре она окажется в лимфатическом русле. Таким образом, в организме создается еще одно дополнительное к венозному дренажное русло, по которому течет лимфа. Как же устроено это русло? Что характерно для него? Отметим прежде всего, что лимфатические капилляры, в отличие от кровеносных, начинаются в тканях слепо. Это главная особенность их строения. Есть и другие отличия. Лимфатическим капиллярам свойственна крайняя иррегулярность контуров, то есть быстрая смена сужений и расширений. Для них характерны слепые боковые выпячивания. А в местах слияния капилляров наличие так называемых лакун или озер. Наконец, лимфатические капилляры гораздо шире кровеносных. Их диаметр достигает 50-70 микрометров, то есть почти в 8 раз превосходит диаметр кровеносных. Сплетаясь между собой, капилляры образуют сети самой разнообразной формы. Внутри капиллярного бассейна ток лимфы неупорядочен. Она может двигаться в любых направлениях. Из капилляра лимфа поступает в посткапилляр, который отличается тем, что имеет клапан. Он устроен так, что пропускает лимфу только в одном направлении. Обратный ее ток невозможен из-за смыкания створок клапана. Ток лимфы благодаря таким клапанам становится упорядоченным. Она постепенно собирается в лимфатические сосуды. Дальнейшее движение лимфы происходит под действием ряда факторов. Один из них – сократительная деятельность стенки лимфатического сосуда, который, в отличие от капилляра, многослоен. В нем есть мышечные элементы. Сокращаясь, они-то и транспортируют лимфу. Эту работу сосудистой стенки можно зарегистрировать с помощью современной аппаратуры.
Для сосудов сомы, в свою очередь, важным фактором является сокращение скелетной мускулатуры. При неподвижной конечности, как видите, ток лимфы минимален. Активная работа мышцы усиливает лимфоток в десятки раз. Другим существенным фактором, особенно для висцеральных сосудов, служит пульсация соседних кровеносных стволов. В поясничной области, непосредственно под диафрагмой, находится характерное расширение – цистерна Хилли. Она расположена между ножками диафрагмы и своей передней стенкой сращена с ней. Именно поэтому экскурсия диафрагмы – важнейший фактор лимфотока. Стимулирует его также и присасывающее действие крупных вен. Объединяясь друг с другом, мелкие сосуды собираются в более крупные коллекторы. Они берут свое название от тех частей тела, где собирают лимфу. Это сосуды шеи, предплечья, бедра и другие сосуды. Главным коллектором лимфосбора служит грудной проток, в который оттекает лимфа примерно с 3/4 человеческого тела. Она вливается в левый венозный угол. В остальной четверти тела лимфа собирается в правый лимфатический проток и вливается в правый венозный угол. Всего через оба коллектора в кровь ежесуточно поступает около 2 литров лимфы. Важнейший элемент лимфатической системы – лимфоузлы. В организме человека они составляют примерно 1% от общей массы тела. Что представляет собой лимфоузел? Его основой служит соединительно-тканный плотный каркас капсулы, от которого отходят трабекулы. Дополнением коллагеновой стромы является ретикулярная сеть. Она вместе с клеточными элементами образует лимфатическую ткань, которая делится на корковое вещество, состоящее из шарообразных скоплений фолликул, и мозговое вещество, собранное в мякотные шнуры или тяжи. Синусы представляют собой целую систему лимфатических щелей, по которым течет сама лимфа вместе с лимфоцитами. Лимфа поступает в узел через афферентные сосуды. У каждого приносящего сосуда есть свой участок лимфоузла, по которому протекает лимфа именно этого сосуда. Суть явления заключается в том, что лимфа из каждой группы сосудов течет не через весь узел, а через определенную его часть. Функциональный сегмент. Если ввести в одну группу лимфатических сосудов контрастное вещество, то можно заметить, что оно даст на рентгеновском снимке абсолютно определенное по конфигурации изображение. А если это же вещество ввести в другую группу лимфатических сосудов, то получится совсем иное изображение. Используя это благоприятное обстоятельство, можно более точно определять локализацию лимфосбора. А в дальнейшем применять эти данные для диагностики функционального состояния узла как в норме, так и при его патологии. Каковы же функции лимфоузла? Одна из них – транспортная. Она заключается в том, что мышечные элементы капсулы, сокращаясь, с
способствует активному лимфотоку через узел. Следующая функция лимфоузла – барьерная. Проходя через узел, лимфа очищается от инородных частиц, микробов, токсинов, продуктов клеточного обмена. Волокна ретикулярной стромы играют роль сита, процеживающего лимфу. Однако, задерживая чужеродные и мутантные клетки, в том числе и раковые, лимфоузлы сами могут превратиться в очаги патологического процесса. Поэтому канцероматозные узлы при операциях на близлежащих органах обязательно удаляются. Некоторые особенности строения лимфоузлов еще недавно оказались загадочными. Например, афферентных сосудов и по количеству, и по суммарному диаметру всегда больше, чем эфферентных. Это значит, что приток к узлу превышает отток от него. Выходит, что часть лимфы куда-то исчезает. Но куда? Теперь установлено, что лимфа, протекая через узел, вступает в тесный контакт с циркулирующей в нем кровью. Этому способствует особое строение кровеносных капилляров и посткапиллярных вену. Их стенки в узлах более порозные, рыхлые. Между клетками эндотелия имеются широкие щели, сквозь которые может проникать не только жидкость, но и белковые молекулы, клетки, особенно лимфоциты. Базальная мембрана выражена слабо. Все это позволяет плазме крови и лимфе перемещаться из одного дренажного русла в другое. Вот куда, оказывается, исчезает излишек афферентной лимфы. Она сбрасывается в кровь, не достигая главных лимфатических протоков в регионарных узлах. Но это в обычных условиях. А если они нарушены, или, скажем, отток крови от узла затруднен, тогда жидкость начинает просачиваться в обратную сторону из кровеносной системы в лимфатическую. Такова еще одна функция лимфоузла – обменная. Но главная роль лимфоузла – участие в механизме иммунитета. Именно здесь, в лимфоузле, происходят таинственные, во многом еще не разгаданные процессы подготовки лимфоцитов к иммунной защите организма. А задачи у лимфоцитов непростые, ведь организм – сложная многоклеточная система. Вместе с воздухом и пищей в него проникает тысячи микробов и чужеродных веществ. Одновременно происходит размножение собственных клеток, их деление. В результате мутации образуются переродившиеся опасные для организма клетки. Натиск враждебных сил идет непрерывно, и часовым порядка лимфоцитам надо быть начеку, чтобы сразу вступить в бой. Рассмотрим простую патологическую ситуацию. В организме нарушен кожный покров. Через него проникли болезнетворные микробы. Немного воображения, и мы увидим всю картину боя. Полчища врагов микробов наступают. Лимфоцит и командир, разведчик и стрелок вырабатывают тактику сражения. Получить информацию о противнике – задача лимфоцита-разведчика. Командир принимает донесение. Стрелок без промаха бьет бактерию. Разбит.
А вот как выглядит эта картина по современным научным представлениям. Первыми в борьбу с микробами вступают одноядерные макрофаги. В процессе фагоцитоза появляется информация об антигене. Ее принимают Т и Б лимфоциты в результате сложных кооперативных взаимодействий. Получив антигенный стимул, Б-лимфоцит устремляется в регионарный лимфатический узел. И там размножается. В лимфоузле происходит одно из удивительных явлений живой материи. Размножающиеся лимфоциты, обладающие конкретной информацией о врагах организма, превращаются в результате бласт-реакции в плазматические клетки. Это своеобразные фабрики белковых молекул антител. И каждое антитело обезвреживает только один определенный вид инфекции, чужеродной ткани или токсинов. Антитела синтезируются по четко заданной программе на громадной поверхности эндоплазматической сети. Затем антитела активно выбрасываются из клеток фабрик и попадают в кровоток, который доставляет их к очагу инфекции. С помощью подвижных цепей антитела прочно соединяются с бактериями и нейтрализуют их, приспосабливая для дальнейшего захвата макрофагами. И макрофаги переваривают чужеродные микроорганизмы, лишенные прежней подвижности. Причем антитела вырабатываются до тех пор, пока в организме существует болезнетворный микроб-антиген. Но защита от инфекции – лишь частный и далеко не единственный случай действия иммунного механизма. Среди исследователей существует мнение, что подобные процессы происходят в организме постоянно, и этим достигается его своевременное очищение от переродившихся клеток, в том числе и от злокачественных. Лимфоциты дотошно исследуют буквально каждую из многих миллиардов клеток нашего тела. Особенно активны они там, где происходит рост клеток. Ведь здесь наиболее вероятно появление злокачественных опухолей. Таким образом, главная задача системы иммунитета понимается гораздо шире. Он должен обеспечить постоянство внутренней среды организма. Сейчас на экране уникальные кадры, снятые под микроскопом. Вы наблюдаете, как лимфоциты уничтожают переродившиеся клетки. Раковые клетки крупные и малоподвижные. А лимфоциты мельче и находятся в постоянном движении. Натыкаясь на чужеродные раковые клетки, лимфоциты контактируют с ними, а в ряде случаев даже внедряются внутрь их, уничтожая врага. Так гибель одних клеток обеспечивает жизнь другим и в целом всему организму. Что же такое лимфоцит? Это удивительно гибкая и постоянно трансформирующаяся клетка. У нее множество лиц, а значит и функций, которые клетка в силу конкретной обстановки выполняет. Эта многоликость делает лимфоцит универсальным оружием организма в борьбе с инфекцией, залогом обязательной победы над вторжением бактерий. Родина лимфоцитов – костный мозг. В нем они продуцируются и с помощью кровотока попадают в тимус. Здесь, под воздействием гормонов, клетка превращается в Т-лимфоциты или, как их еще называют, тимоциты.
Из костного мозга выходят и предшественники Б-лимфоцитов, которые, как полагают некоторые исследователи, обретают индивидуальность в лимфоузле. Итак, в основе механизма иммунитета лежит взаимодействие трех типов клеток – одноядерных макрофагов, Т и Б-лимфоцитов. Бесконечная сложность живого организма, целесообразность и надежность всех его компонентов не может не вызвать изумления. Но человек всегда пытался постичь вечную тайну живого, прикладывая к ней масштаб своего времени. Non progredi est regredi. Не идти вперед, значит идти назад, гласит латинское изречение. Илья Ильич Мечников, Гордей Максимович Иосифов, Дмитрий Аркадьевич Жданов. Эти имена прочно вошли в историю мировой науки. И хотя сделано уже немало, механизм иммунной защиты прояснен лишь в самых общих чертах. Во многом он до сих пор остается загадкой, бросающей вызов интеллекту и экспериментальному мастерству современных исследователей. Однако успехи последних десятилетий позволяют надеяться, что новые открытия смогут радикально изменить наши представления о живой природе.